Иван Новоселов, 6 лет, город Москва. Я хочу стать президентом, потому что Путин мало дает людям денег, и поэтому я хочу им стать. Когда Путин постареет и умрет, я на его место стану вот так вот. Я люблю насекомых, а еще я люблю играть в шахматы. Ну, пока что, только начинаю. Но есть надежда, что я научусь когда-нибудь. А еще я ненавижу, когда я чего-то спотыкаюсь и падаю. Меня это бесит. Я просто это не выдерживаю. То коленку разодрал, то на руке царапина. Ну, всякое может произойти. А еще я люблю такие дела делать, чтобы никому...